московском районе продолжают очищать крыши жилых домов от снега и сосулек. За несвоевременно проведенные работы коммунальщиков могут оштрафовать на сумму до 500 000. В районе работает несколько управляющих компаний, почти 2,5 сотни товариществ собственников жилья. Управленцы обязаны следить за состоянием кровель, полностью очищать крыши от снега и льда, а также сбивать сосульки с вывесок, фасадов домов и даже тарелок спутникового телевидения. До последних, правда, редко удается достать ломом. Приходится прибегать к нестандартным методам. Или свешивается альпинист, или приглашается вышка. Но альпинисты в штате у нас есть, мы справляемся своими силами. В случае, если работы выполнены некачественно или не вовремя, и сосульки долгое время нависают над тротуаром и угрожают жизни и здоровью прохожих, районная администрация может выписать управляющей компании или ТСЖ серьезный штраф. Выявить нарушения помогают жалобы жителей и регулярные объезды района чиновниками. В случае необходимости можно привлечь как юридическое лицо, так и должностное к административной ответственности. Суммы там достаточно большие. Штраф на юрлицо достигает до 500 тысяч рублей. За чистоту тротуаров и проезжих частей отвечает ГУДСП-центр. Правда, идеально чистого асфальта ждать не стоит. Существуют специальные нормативы, согласно которым снег можно складировать, например, на краю проезжей части слоем шириной до 1,5 метра. А вот сгребать его в большие кучи на тротуары, чтобы потом за раз вывести, нельзя. Высота сугробов не должна превышать 1 метра, чтобы не загораживать обзор автомобилистам.